Девочки, всем привет! Снимаю вам сегодня очередное видео про покупочки. И решила начать с косметических принадлежностей. Приношу извинения за последнее качество видео. Честно говоря, не знаю, что у меня происходит с камерой. Почему-то она постоянно у нее сбивается фокусировка. Но, к сожалению, ничего другого пока не могу купить и приходится снимать тем, что есть. Так, ну вот тут немного, скажем так, косметических всяких вещей. Во-первых, я купила большую упаковку памперсов японских Мэрис. Давно их не покупала. Это уже размер L на 9-14 килограмм. Но Мэрис, они, скажем так, больше мерят. Вот я для примера взяла подгузник памперс Active Baby. Вот они, видите, по длине абсолютно одинаковые, а по ширине, кстати, больше Мэрис, видите, значительно. Вот. Ну и, конечно, японские, как всегда, очень мягенькие. Просто дело в том, что сейчас в детском мире на них акции. Вот такая большая упаковка, она стоит даже дешевле, чем аналогичная упаковка памперс. Вот, уж точно дешевле, чем премиум, и примерно, мне кажется, в одну цену с Active Baby. Так, вот опять что-то у меня тут вот фокусируется. Значит, и вот это вот я заказывала в совместных закупочках. Это мне пришло из Германии. Вот, это аптечная косметика. Значит, там был лот вот такой вот двух больших по 500 миллилитров гелей для мытья детских от Мустеллы. Вот, честно говоря, не помню, сколько стоило по отдельности. Я вам скажу, сколько все вместе я вот за это все отдала. По 500 миллилитров. И вот я заказывала с девочками, там поделили лот пополам. Это вот Саугел. Это знаменитые такие, скажем так, гели для интимной гигиены. Вот я заказала для Насти. Вот, специально для девочек, видимо, с каким-то ягодным запахом. Очень хорошее качество. Я как-то сама одно время даже пользовалась взрослым вариантом. Вот, очень вообще хорошая вещь. У нас, кстати, детских вариантов я не видела. И хочу сказать, что вот за три вот этих вот вещи вместе с доставкой из Германии мне это обошлось в 1383 рубля. Очень дешево. Вот такая вот большая упаковка. Ей можно, естественно, и голову мыть, и с моего малыша. У нас вот такая вот большая стоит больше 1000. Поэтому очень я довольна, когда вот там акция на какие-то вот вещи. Я всегда там заказываю. Там бывают на разные лоты акции. Но вот сейчас была вот, вот такие вот были там лоты. Потом с шампунями. Но я просто не стала шампунь брать. Взяла вот эти вот. Так, и для Настены я взяла вот еще. У нас закончилось спрей для расчесывания от Estelle Professional. Это я в Элизе зашла, взяла. И вот такой вот шампунчик ей нравится. Тоже от Estelle. Самая красивая. Тоже Estelle Professional. Детский вариант. Так, это то, что касается косметических принадлежностей. И сейчас вам покажу еще вещи и обувь. Так, ну вот, три коробки обуви. Это я купила в детском мире. Подружка мне как раз сказала, что сейчас там большая распродажа обуви. Поехала я в большой детский мир, который находится в Метрополисе. Вот, там оказался хороший выбор размеров. Там вот буквально, кстати, я была там недавно, там не было такого количества и выбора обуви. Сегодня я прям очень осталась довольна своими покупками, потому что даст очень большие скидки за такие цены, конечно, за такую обувь. Это очень дешево. Значит, вот Дандина, это ортопедическая обувь. Значит, верх у них кожаный, внутри тоже у них ортопедическая стелька. Такие вот ботиночки я взяла. Сейчас я вам так поставлю, покажу. Это я купила для Надюшки. Мы их сегодня уже мерили, она в них бегала. Очень мне они понравились. 23 размер. Чуть-чуть, мне кажется, эта фирма так больше меряет. Они еще так велики. Но осенью уже будут, как весной будет как раз. Тут такие стразики. Но я на самом деле взяла даже не из-за дизайна. Это вот там мало было весенних. Вот это вот одни из немногих вариантов, что там были представлены. Мне понравились они. Вот, замшевые. Здесь, значит, снаружи натуральная кожа, хорошая подошва. Вот, ей они удобные. Поэтому я осталась довольна. Специально оставила бирочку. Стоили они, видите, совсем дешево. Вот 1599. Причем начальная цена была достаточно высокая. Это качественная ортопедическая обувь. Я, честно говоря, не знаю, где ее делают. Сейчас я вам скажу. Это Минимен. Минимен очень хорошая вообще фирма. Вот. Значит, еще Настя у меня ее носила. Вообще, очень я ей довольна. По-моему, это наши производители. Вот. Но очень хорошая
качественная ортопедическая обувь. Поэтому вот такие вот ботиночки я приобрела для Надюшки. Дальше вот на демисезон от фирмы Gex я взяла мембранные непромокаемые ботинки. Очень осталась я довольна. И ценой вообще тоже мега довольна. Очень красивые. Они непромокаемые. Там не мех, а вот, не знаю, какой-то этот войлок. Вообще они как бы считаются и зимние, но на нашу зиму в них холодновато. Они как бы вот демисезон на март месяц отлично. 23 размер, но они в большей мере, то есть достаточно небольшие. На осень, я думаю, нам тоже хватит. Они водонепроницаемые, такие достаточно яркие. Вот. Вот такие вот ботиночки. Сейчас я вам покажу. Такие вот. Стоили они... Вот тоже они, видите, почти 5000, 3499. На них не такая большая, как бы, скидка, но все равно. Так, подождите, даже мне кажется, на них больше была скидка, потому что, да, вот, даже на них было 2499, в итоге уже 50% скидка была. Вот я их купила за 2500. Так. Это вот то, что касается обуви для Нади. То есть на осень мы обулись полностью. В прошлом видео я вам показывала более тоненькие ботиночки. Вот эти вот такие вот теперь у нас под разные вещи есть. Так, и вот это я купила для Нади. Я поняла, что с примеркой я вообще вам никак не могу снять какие-то вещи для нее, потому что все время, когда у меня есть время снять видео, она у бабушки или занимается своими делами, не хочет это делать, поэтому решила вам все-таки снимать ее вещи. Купил ей вот такие вот, скажем так, утепленные кроссовки. Вот. Она очень много гуляет, катается на велосипеде, вообще подвижно, любит подвижные всякие прогулки с хорошей подошвой, такие стильненькие, под джинсы. Вот, я думаю, хорошо будет смотреться на... уже вот на весну-осень. 35 размер у нее. Они вообще были с какой-то мега скидкой. Посмотрите, они стоили 2500. Я купила за 799 рублей. Так, сейчас я вам поставлю, чтобы вам было больше видно. Вот, смотрите. Такие вот ботиночки. Вот. Отсвечивают немножко вот такие вот. Красивые. Так, ну и давайте сейчас теперь перейдем к вещам. Так, ну вот у нас опять чудо с камерой. Сейчас, секундочку, попробуем навести фокус. Не хочет. Так, ну вот что я купила. Я купила, наконец-то нашла такие на весну брюки. Вот, это брюки от фирмы Кэри. Купила я их в Мазаке, тоже там сейчас какие-то остатки последние скидочных коллекций, я по нескольким проехалась. Вот, нашла тоже сегодня в Метрополисе. В прошлый раз их не было, я точно помню, потому что я целенаправленно искала. Вот они за 1279 рублей, 60% скидкой я их купила. Они, кстати, были в отделе для мальчиков, но на самом деле вот я вам показывала серую курточку, которую я купила в Заре. Вместе с ней они будут отлично смотреться. Размер я взяла уже, по-моему, 92, если не ошибаюсь. Да, 92 размер. Вот. Это коллекция типа 2016 года. Не в этом дело. Это непромокаемые, отличные весенние штаны. Такие немножко слегка утепленные. Вот. На демисезон, на весну вообще отличные просто будут. Вот. Поэтому я очень довольна за такую цену. Действительно, такие резиновые штрипки. Единственное, что я еще думаю, надо будет прикупить на весну, это резиновые сапоги. Вот, но это уже позже. Так, и замечательный я купила комбинезон от Реймы. Это зимний. Купила я его Стокмани всего за, не поверите, 2800. Вообще они были по 7,5, по 8 везде. Это зимний. На следующую зиму специально я взяла с большим запасом. То есть размер, на самом деле написано, что 86. Но Рейма очень сильно большемерит, вообще вот когда будете покупать, даже не на размер, мне кажется, а больше, чем на размер. Потому что это не то, что на 92, это на 98, мне кажется, однозначно. Потому что я вот примерила, одела на эту куртку, она ей вообще по колено, в рукавах она тоже утонула. Поэтому я думаю, что на следующую зиму вообще нам будет отлично. Как раз у нас есть слитный Джонатан и теперь есть вот раздельная Рейма. Я просто вообще довольна как слон.
Вот, ну, конечно, качество рема я, ну, все знают, рассказывать не буду. Вот, здесь, конечно же, защита от молнии. Вот, внутри здесь типа флиса что-то вот внутри капюшона. Дальше, ну, конечно, сама молния, липучка. Ну, вот, внутри здесь обычная подкладка. И мне еще что очень нравится, вот у курток Реймы, у них внутри можно утянуть поясок по размеру. Сейчас я покажу. Вот смотрите, здесь видите, внутри вот есть такие вот на поясочке пуговички, и можно, соответственно, это все подтянуть. Так, ну, штаны вот они стандартные, спинка закрывается, внутри утеплено флисом все. Вот здесь вот, наверное, должно быть нарисованы вот эти вот снежинки, но, честно говоря, не помню где. Вот, но это вот в Стокмане я купила тоже вот на последних этих вот распродажах. Там мало очень осталось, вообще маленький достаточно выбор того, что можно купить по распродаже. Но вот я купила этот комплект и просто очень-очень довольна, повторюсь. Вот такой вот он. Так, что еще купила? Не так много. Значит, это вот пакетик из Магики, но тут что-то у меня из Стокмана лежит. Значит, купила я в Стокмане бамбуковые носочки на Стёне. Здесь вот комплект из 3 носочков. Такие вот беленькие на физкультуру, розовенькие и темные. Не знаю, честно говоря, что Майорал фирма. Вот размер я просто чисто визуально смотрела. Вот, стоили они тоже в распродаже. Вот видите, они стоили 690, а сейчас стоят, да, точнее, были 990, 690. Но небольшая скидка, но очень качественные, хорошие носки. Я считаю, что достойная покупка. Так, я уже сняла этикетку. Это вот эта вот Бора какая-то фирма. Сейчас вам покажу. Это вот Боги, Боги, если не знаю, как она правильно называется. Это стокмановская какая-то фирма. Вот, хлопковые колготочки, 85% хлопка. Взяла две пары для Надюшки. Одни такие беленькие, а вторые синенькие, сердечко. Так, и последняя моя... Нет, не последняя, там еще у меня есть. А, точно. Значит, вот у меня я взяла слипы. Они без распродажи. Я на распродаже размеров не нашла наших. Взяла я ей на 12-18 месяцев 3 слипа. Вот, сейчас я вам их покажу. Так, ну вот, открыла я слипы. Так, опять мне не хочет фокус наводиться. Давайте вот так попробуем, может, он будет. Вот, да. Значит, качество, конечно, как всегда, очень мягкий, нежный хлопок. Комплект из 3 слипов. Вот, я думаю, что это, наверное, последний наш слип. Потом уже на пижаму перейдем. А они уже все вот на такой возраст. Смотрите, даже здесь такие классные розочки. Вообще супер. Сразу даже не видела, что так будет с антискользящими такими вот этими вот пупырками. Вот, значит, один в такой вот нежный цветочек, написано «I love mommy». Такой вот в Прованс стиль мой любимый. Здесь уже посерединке застерочка. Я вот таких, кстати, больше люблю. И еще один боковой с такими вот зайчиками розовенькими. Вот, милые такие. 3. Уже они такие достаточно большие. Вот, я даже, кажется, немножко вот велики. Но вот которые мы сейчас вообще, на самом деле, 12-18 мазыки у нас были слипы, у них спали, и нам же стали чуть-чуть маловато. Вот это вот 18-24, но вот мазыки для нас лично немножко больше мерят. Вот. Поэтому я всегда беру вот чуть позже соответствующий размер, хотя все остальные фирмы, многие нам как бы нормально. Так, значит, еще купила я наши любимые топульки. У нас такие уже были, кто смотрит мои видео, знают. Очень мне нравились, Надя в них с удовольствием ходила, поэтому еще раз я их купила на лето. Это был тоже 23 размер, на весну, то потом можно будет дома в них ходить. Очень классные тапочки, очень мне нравится эта нежная расцветочка. Поэтому купила ей еще раз. И они были, кстати, с хорошей скидкой. Что-то там, по-моему, в районе 600 рублей они стоили. Вот, 599 рублей. Вот они, да, 1099. Летом я их покупала за 1200, по-моему, если не ошибаюсь. Но очень я не была довольна. Так, ну и теперь давайте я вам частично покажу вещи, которые я вам не показала в прошлый раз, потому что хотела снять их с примеркой, которые я купила для Настены. Значит, вот в Заре я ей купила такие утепленные, скажем так, кроссовочки. Она у меня такая сейчас уже становится девушка модная, любит такие какие-то стильные вещички, поэтому вот я решила ее порадовать, купила. Тоже они были со скидкой,
1299 рублей. 35 размер на сухую погоду. С джинсами, даже с какими-то платьицами. Будет, мне кажется, классно смотреться. Такие вот, я даже не знаю, как кедики, не кедики, замшевые, утепленные. Поэтому я осталась довольна. И Настя вообще была в восторге. Ей очень они понравились. И сейчас еще покажу буквально несколько вещей, которые я купила именно для Насти. Так, ну вот пара мелочей буквально. Здесь, значит, вот шапочка, я ее купила в Бенетоне, такая брусничного цвета, ей такой цвет очень идет, шерстяная. Вот, тоже брала на распродаже, стоила она, не хочет, не знаю, что у меня вообще происходит с камерой, 499 рублей она стоила, вообще не хочет фокусировать. Вот такая шапочка. И в Детском мире я ее купила, вот такие вот варежечки, нежненькие, потому что ее уже как-то она все уже некрасивые стали. Вот купила ей новые варежки, сейчас холодно. Очень она любит вообще варежки больше, чем перчатки. Так, ну и к верхней одежде давайте перейдем. Купила я ей вот такое пальто в Бенетон. Сейчас попробую все-таки, может, он меня сфокусирует. Значит, это шерсть на подкладочке. Яркий такой темно-синий с таким красным. Здесь он на самом деле темно-красный. Здесь цвет плохо передается. Вот, наконец, сфокусировал. Под джинсы в школу, конечно, наверное, нет. У нас куртки есть. Куда-то вот пойти выйти в кино, в гости или вообще куда-то в кафе, может быть, с друзьями погулять. Такое вот оно стильненькое пальто на молнии, вот, на подкладочке. Это я купила в Бенетоне, тоже с какой-то хорошей скидкой, не помню. Стоило оно 2 с чем-то тысячи. Так, и вторая куртка, сейчас вам сразу покажу. Это я уже купила ей ветровку. Кстати, почему-то странно, в распродаже зимней коллекции оказалась ветровка вот такая вот. Это я купила в H&M всего за 1500. Прикольная ярко-розовая такая подкладка. Я люблю вот такие курточки. Этого я раньше покупала в Смеке. Она здесь как прорезиненная. С нее прям вода просто не знаю, стекает, что ли. Вот такая вот внутри она с таким вот флисом. Теплая. Вот на весну такая теплая ветровка. Очень здорово. Рост я ей беру уже сейчас 150. То есть у нее вот эти вещи все, они на рост 150. Тут вот, по-моему, 152, а Бенетон на 150. В принципе, это все вещи, которые я купила на распродажах. Единственное, что я купила Насте еще бенетоновское пальто. Вот, но она в нем ходит, и поэтому сейчас у бабушки не могу вам его показать. Такой, знаете, этот легкий такие вот пуховики невесомые, которые еще очень хорошо складываются, яркого брусничного, такого яркого, практически вот такого, наверное, цвета. Оно по колено, очень легкое, красивое. Может быть, как-то вам его или сфоткаю, или сниму потом. Это были все мои последние покупочки. Очень я довольна всеми своими покупками на распродажах. Всем большое спасибо за просмотр. Извините за то, что у меня немножко плохо работает камера. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Ваша Татьяна.